С 1 января в Красноярске снова заработает система вытрезвителей. Вчера депутаты Госдумы в третьем итоговом чтении приняли законопроект о возрождении этих медицинских учреждений по всей стране. Напомню, в России эту систему ликвидировали больше 9 лет назад. Теперь же ее снова восстановят. Подробнее в теме разбирался мой коллега Антон Тишаков. Сейчас он в студии. Антон, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, Евгений. Добрый вечер. Да, действительно, в России, в том числе в Красноярском крае, восстановят систему медицинских вытрезвителей. Они будут работать в соответствии с правилами, которые разработает правительство Российской Федерации. Их откроют на базе муниципальных и муниципально-частных медицинских учреждений. Сегодня мы связались с депутатом Государственной Думы Виктором Зубаревым и попросили прокомментировать новый законопроект. Предстоит большая работа Министерству внутренних дел совместно с Министерством здравоохранения выработать те стандарты, по которым люди, попавшие в эти учреждения, получат медицинскую, психологическую помощь. Будет налажена видеофиксация для того, чтобы не было злоупотреблений в этом направлении деятельности. К слову, медицинские вытрезвители уже работали в Красноярске во время универсиады, то есть весной прошлого года. Специалисты оценили их работу положительно. За этот короткий промежуток удалось сократить количество преступлений на 10%. Отмечу, что за 9 лет без вытрезвителей общее количество преступлений в крае выросло на треть. И правоохранители связывают это число, этот рост именно с их закрытием. Эта функция органов внутренних дел позволяет спасти значительное количество граждан, которые с учетом наших сибирских условий могли бы замерзнуть и погибнуть. На улицах и общественных местах обеспечивается охрана общественного порядка. Это, как вы прекрасно видите, патрули, патрульно-постовой службы, дорожно-патрульной службы, подразделения Росгвардии. Все данные сотрудники обеспечат общественный порядок, и при выявлении на своем маршруте патрулирования правонарушителей они будут непосредственно доставлять данных граждан в специальное учреждение. Также мы решили узнать мнение красноярцев о возвращении вытрезвителей. В целом, горожане ждут, когда эти учреждения снова заработают. Большинство опрошенных за возвращение системы. Я положительно реагирую. Почему? Потому что я их вижу, замерзали алкоголики на улице в мороз. Все, сам спасибо. Я им не пользуюсь. А зачем, чтобы люди ходили пьяные здесь? Они могут ходить по дороге, их могут случайно сбить, потом водители будут виноваты. Ну, меньше алкоголиков, на улице никто не замерзнет. Мера хорошая. Хорошая, да, отлично. Надо к Советскому Союзу возвращаться, времена хорошие были. Это лучше, чем люди будут лежать где-нибудь в канаве, либо вот рядышком на тротуаре. Вот. А когда люди заботятся друг о друге в плане того, что человек, если видит, что человек, ну, человеку плохо, он сообщает его в отделение милиции, человека приезжает, забирают.